Просто отрасти. Михаил Чернов, Игорь Акимов, Александр Танких, Владимир Хазов, НТВ, Казань. Ну, Москва уже вовсю готовится ко встрече с дедушкой. Судя по погоде, Андрей Скворцов к нам присоединяется. Андрей, добрый вечер. Ну, или не добрый, я не знаю, надолго Москву снегом накроют? Ну, вот этот снегопад конкретный, он закончится завтра утром. А вообще надолго, до весны, судя по всему. Вообще там удивительной красоты циклон к нам пришел, прям как из учебника. Я вам покажу лучше снимок из космоса. Там у центра планеты фотоаппарат летает в космосе. Вот прислал фотографию, как в учебнике. Вот такая вот запятая, и Москва сейчас находится в самой середине, самой снежной части. Впрочем, завтра она окажется вот здесь вот уже, где почище. Это все двинется на восток. Вернемся еще к этому циклону. Пока посмотрим на юг. Для разнообразия. В Сочи плюс 18, солнышко выглянет. Дождь сюда придет, но где-то во вторник на следующей неделе. Ну а тем временем в Черноземье, вообще южнее Тулы, дождь. А московские снегопады завтра уходят на Волгу. Нижний Новгород, Казань, Ижевск, вот всюду здесь. В любом случае, капризы погоды не страшны. Когда близкие люди рядом, жди меня завтра в 20:00 на НТВ. Препарат Грипферон – это профилактика и лечение простуды и гриппа даже для будущих мам и малышей. Мужчина должен серьезно относиться к своему здоровью всю свою жизнь. Для борьбы с симптомами аденома простаты и хронического простатита простамол принимается ежедневно. Простамол – просто быть мужчиной. Я принимаю простамол. Простамол. Просто будь мужчиной. Итак, Москва, Петербург, завтра плюс один. Снегопад в Москве закончится где-то в 8 утра. Затем более-менее все спокойно, хотя и пасмурно. В ночь на воскресенье заморозки. Ну а дальше, на следующей неделе, зима уже всерьез. Коллеги. Ну так зима же, Андрей. Спасибо. Андрей. Андрей Скворцов с прогнозом погоды. Таковы новости к этому часу. Мы Лилия Гильдеева и Василий Максименко. Благодарим вас за внимание. Всего доброго. До свидания.